Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Игорь. Мы продолжаем проходить Fallout 4 в режиме выживания. В прошлой серии мы с вами захватили солнечные коммуны, побродили по округе, поубивали стрелков и наткнулись на федеральный продовольственный склад, который зашли через церковь. Спасли поселенца, собственно говоря, и... Все, потом нас подорвало на мине, сейчас я все здесь обобрал, как было, и мы опять пришли с вами к этой двери, только без этого поселенца, потому что вчера мы его проводили. Так что давайте посмотрим, где эти ребята. Попаду, не попаду. Попал. Попал, где второй? Ну выбегай. Ну, блин, начинается. Up, да где ты, господи, вон она. Блин. Нафиг я... Чему я не на ватсе? Отвали, хотя это не важно. Так. Отлично. Идем дальше. Посмотрим, что у нас тут. Или, может, я все-таки вчера был неправ, у нас реально гранату-то кинули, хотя я вроде отбежал на нормальное расстояние. Гранаты я вообще никакой не видел, чтоб летело. Сейчас посмотрим, вчера была ночь, сегодня я выспался. Сегодня я выспался, и мне явно полегче, чем... Блин, чем вчера не то взял. Так, а это кто? У него есть что-то приличное? Нифига у него нет. Так. Мутанты стрит, короче, против супермутантов урон. Вчера такая же фигня была, хорошо. Не меняется, значит. Что тут было-то? А это тот же самый, что ли? Ну ладно. Окей. Так, потом мы пошли с вами вроде куда-то вот сюда. Как я понимаю, да? Ну да. Может, я ошибся, это они до гранату реально кинули. Нет, вот она, это говно. Сука, вот баран у меня, как же он меня подставил. Из-за этой твари я вчера подорвался. Потому что я еще отбегаю же на нормальное расстояние, и все равно прям подо мной взрывалась. Прямо подо мной. Да блин. А, пушка. Все. Вроде показывает, что все. Так, катушки силового реле. Надо не забывать сохранять, они мне для мода понадобятся. А то их потом не найдешь никогда в жизни, эти катушки сраные. Так. Это что, сталь? Жопу сталь. Алюминий можно взять. Легкий ящик. Открываем. Давай, давай, родной. Так, ну это понятно. Всякий кал, но его хоть можно разобрать на болты, да медь. Сколько времени-то не посмотрел? Ну да, минут 10, наверное, играем. 16-17, понятно. Через час где-то, через минут 50. Так. Тут все, да? Где? Повнимательней, повнимательней, повнимательней. Хотя мы журнал уже взяли, в принципе, насрать. Так, здесь кто-то есть, нет? Еще. Мало ли! Так, это все срань. А, ну где тут что было? А, вот пистолет, господи. Все что ли? Никого больше нет? Да, это что такое? Ой. Дверь какая-то легкая. Да блин! Да блин! Давай, давай. Давай, давай, давай. Патроны 44-е, блин, совершенно не те, которые надо. Что-то сегодня какие-то быстро ломающиеся. Спит. Ну вы поняли, да, вот как они называются. Ну только этот вижу, ядерный аккумулятор. Или как он там? Ядерный блок. Который, блин, у меня уже штук
Я не знаю, сколько, если честно, штук 30, наверное, точно такое ощущение. Ну или 25, блин, я не знаю, куда мне их, если силовой броней не пользуюсь. Единственное, что можно делать эти... Для роботов какие-то, чтобы типа вместо стимуляторов ремонтная какой-то набор, что-то в этом духе. Так, откуда мы? А, вот сюда нам надо, а? Ну это мы сейчас там, наверное, выйдем. Другой вход, который около компа был, как я понимаю, что такое? Ничего? Ой, тут только радиация вроде. Нет, чемодан какой-то лежит. Ладно, пофиг, мне не жадно. Шпилька, котелок, блин, нахрен я сюда поплыл? Ладно, не страшно. Кто нас так ранил, я не понял. Что-то я не припомню, чтобы меня кто-то попадал. Проспал я, значит. Ладно, чашку с лапшой съедим и... Мясо желокрыло. Так, сюда нам надо? Вроде да. Ну да, это этот выход. Скорее всего. Что такое? Жевательные пластины нам не нужны. Да, вот он компьютер. На нем ничего нет, по-моему, да? Так, ну все, внутри мы обыскали, как я понял. Сохраняться не буду, потому что что оттуда бежать, ни разницы никакой нет. Так что пойдем наверх, посмотрим, что там у нас происходит. Здесь я все обыскал. А, нет, стоп. Это вот тут еще какой-то проход. Что за проход? Я не понял. А, ну понятно. Все, понял, понял. Окей, все, значит, в порядке. Мин нет никаких. Господи, я думал, там кто-то ходит, вроде никого там нет. Так, окей. Так, стоп. Не будет перехода в локацию, что ли? Будет. Ладно, что это такое? Просто мешки, макароны. Макароны нам в жопу не уперлись. Попробуем с пистолетом. Я так полагаю, что мы все равно не на улице выйдем. А скорее всего в каком-то здании это. Как с этим, спутниковая станция Ливи. Там же тоже было отдельное здание. Вход, значит, здесь примерно та же самая хрень, как и думаю я. Да-да-да. Хрена себе. Ну ладно. Какой же я наивный со своим пистолетом, а? А, ну и наивный. Ну наивный. Так, пауз, друзья. Так, дубль 2. Ну давай, уже давно загрузка идешь. Какого черта так долго? Завязывай. Надеюсь, я в этот раз попаду по нему, блин, в упор-то. Слава богу, господи. Сейчас проблем не вышло. Нет, вышло. Блин, какое неудобное место-то, твою мать, а? Ладно. Дубль 3. Достали вы меня чё-то уже, блин, откровенно говоря. Чё, я этого хрена не убил? Или убил? Нет, не убил. Ты чё тормозишь-то? Твали. Твали, блин, в упор расстреливать, достали уже. В самом углу, неудобное место. Там ещё кто-то бежит. Я медикс выпил, на всякий случай. Угу, вижу. Пошла нафиг. Блин, собака. Еще в броне, блин. Пушка там еще стреляет, господи. Пайпер молодец. Уничтожила пушку. Но опасность все равно не пропадает. Их тут, походу, до хрена. Какого черта мне бежать, блин?
Я бессмертная, мне чё бежать-то от вас, придурков. Меня не убить все равно. Сверху он, что ли? Где он? Вообще не вижу его, блин. Где он палит? Ну где-то палит. Вон он. Вон он. Попадем, нет. Ладно, давайте критически. Пошел он нафиг. Убили, надеюсь? Убились. Хорошо, еще там пушка. Господи, че у вас там? Я такое ощущение, что на военную базу попал, а не на федеральный продовольственный склад. Ну хотя так и есть, да. Федеральный склад. Черт, вижу. Слышь! Туалет! Хорошо. Надо отойти. Отойти надо, Пайпер, отойти. Кто-то не очень жалует гостей. Ну, правильно, заперлись такие скоты. Так, ладно, водички тоже хлебанем чуть-чуть. Давай, давай. Угу. Че они поверху-то долбят, я не пойму, не идет. И думают, крышу продолбят, что ли. Большая ошибка, блин. Надо куда-то перебазироваться, куда, не знаю. Так пробежать, что ли? Угу. Где пушка? Вон она. Твали, пушка. Идите, ублюдки. Пайпер, ищи их. Ищи их! Фига не вижу. Сзади, что ли, где-то? Где вы? Вон он. Надо докинуть. Докинуть я докинул. Тут никого нет? Надеюсь. Вроде нет. Нет, это тварь. Ну где ты? Поймешь, он где-то там, блин. Может, обойдем здесь с этого поста, сможем их грохнуть. Или он вообще на этом посту, нет? Нет, вроде не на этом. Он, походу, тут внутри, что ли? Вроде. Ну-ка, свет не выключится. Нет. Жаль. Все. Вроде все. Ну ладно. Надо сохранение найти какое-нибудь срочно. Все, что ли, пушка тут? Так. Сохранение нашли. И это здорово! Так, все, давайте обыскивать. Что тут есть? Радекс шар. Странно, да. Радекс и шар, это странно. Пушка где-то как будто, ну ладно. Так. Че у нас здесь? Ствол берем. Затененную не берем. До хрена весит. Слишком много весит. Это тоже, походу, слишком много весил, но я его все равно почему-то взял. Так, ладно, надо Пайпер все равно отдавать. Hey, чё теперь? Отдам тебе всякую шнягу. Хоть чуть-чуть, чтобы разгрузиться, подруга. Разгрузи меня, подруга. Как сможешь. Ну хорошо, Пайпер разгружает хорошо, я не перестаю этому удивляться, но она ровно на сотню нас почти разгрузила, как обычно. Молодец, молодец. Так, теперь дальше. Пушка где-то здесь прямо, я не вижу ее. Да мне кажется, что пушка здесь. Получается, мы где вышли? Ну да, я так и думал, что мы здесь вышли. Так, как туда пройти? Так, ствол на разбор. 45-й, хотя перепали, это хорошо.
Так, здесь мы что-нибудь находили, нет? Кисть, мел, ладно, возьмем. Компьютер. Средний терминал взломать я не могу. Так, сохраниться можем еще, хорошо. Так, сюда теперь зайдем наверх, посмотрим, теперь было там что-нибудь или нет. Осмотримся. Так, сигареты, так, чайник возьму. Это все возьму. Пушку мы там взяли, так, назад. Теперь внизу осмотримся, откуда мы вышли. Так, это что, я могу взять или я взял? Нет, не взял, берем. То же самое? Да, то же самое. Так, тут еще какая-то овца падала. Мы ее обыскали. Так, что у нас тут? Собачка. Хорошо. Я говорю, хорошо. Так, стимулятор. Понятно. Так, патроны. Че? Лампочка нужна, там медь содержится. Так, тут что у нас? 45-й, хорошо. Это дофига весит, да? Ну ладно, все равно возьму. Что тут? 33 какой-то загадочный кастет. Где он? Дайте посмотреть на него. Ой, заточенный загадочный, господи. Ну да, это поприкольнее выглядит. Собаку обыски. Ай, другая собака, там же две собаки было. О. О, да, друзья, как всегда, тупость продолжается. Теперь нам впилили ки, блин. 25% на 150 урона огня при успешном блоке. Ну это жесть, вообще они издеваются надо мной. Так, это, по-моему, неплохо можно разобрать. Блин, я опять перебираю. Так, собачатину берем. Ой, обеденная вилка, ну ладно. Так, это что? Терминал приемный. Служебная записка. Это понятно, поставки. Фигня. Управление турелями. Давайте отключим. А, ну на всякий случай отключим. Вдруг тут что-то еще рядом есть. Так. Так, друзья, ладно, я сохраню отдельный файл на всякий случай. А то вдруг что сорвет. Продолжаем. Так. Где-то я еще тут что-то видел. Давайте смотреть. Что-то тут какие-то вагоны были вон там или что. Да, ну-ка посмотрим. Тут мы все обыскали, да? В этом здании мы были? Мы тут, по-моему, сохранялись. Да. Мы тут сохранялись, окей. Вот это что меня волнует? Ну, интересует, тут есть что-нибудь в этих ящиках или нет? Ага, силовая броня. Не хочу, но будем знать, если что, что она тут есть. Но я ее брать не буду, у нас такая же. Зачем она? Нам еще одна такая же. Тут что? Так, тут тоже что-то есть. Как туда запрыгнуть? Наконец-то. Ну, тоже ничего, нормально. Так. Все, что ли? Ну, вроде как, да? Больше я ничего не вижу. Вроде как все. Ладно, хорошо. Так, секунду, друзья. Так, ну чё? Так, давайте посмотрим. Чё? Предлагаю вот это посетить, это. Давайте посмотрим, что тут. Вот эти три места сейчас посетим. Только я все равно на всякий случай сохранюсь сейчас еще разок. Где тут эта фигня? Ну давай, не тупи, господи. Нам как раз все равно в ту сторону бежать, так что ничего страшного. Давай, давай. Посмотрим, что там такое. Глянем. Тем более, тут всего 70 метров. Не так все ужасно. Маяк. Ну это наш маяк. Стрелок. С этим стрелком разобрались. Но тут не один стрелок показывает. Вот он еще один. Угу. Не попал, что ли? Ладно, попадем в него так, чтобы не выдрепываться в темноте, все равно ни хрена не видно.
Вот так вот, 3,5. Он нас, походу, тоже не видел. Нет, еще не все, ты смотри, что. Что тут еще такое, я не вижу. Тут пост стрелков, что ли, или что? Мирилюк Кампсайт. Понятно. Что ничего не понятно. Какой-то танк, блин. Я вот никого не вижу. Болотник. Болотник — это херня. Чем полная. А вот он, стрелок. Где ты был-то только что? Блин, куда ты делся? Господи, как он меня бесит тут. Куда он делся-то только что здесь был? Это болотник. Мне не нужен болотник. Мне нужен стрелок. Мне не нужны болотники. Где этот хрен? Конечно, я нашел. Наивное создание. Так. Я могу на танк забраться? Потому что меня не улыбает. Хренатить болотников. Блин, очень хочу на танк забраться. Давай. О, отлично. Теперь эти ублюдки нам не страшны. Они все равно сюда, надеюсь, не заберутся. Так, где он? Поблизости где? Вот он, да? Плохо, что патроны кончаются, конечно. Встал болотник и ничего не видит, да? Вон еще один. Фига, даже через броню мягкую панцирь пробивает хорошо. И встал, да? Что происходит, не понимаю. Понятно. Так. Обыщем. Всякую фигню. Кукурузский пидар, лазерный пистолет. Что там хоть покажите? Зеленая хрень. Так, где еще? Вот еще. Еще батарея, морковь, погремушка, говно. Говно, говно. Блин, место заканчивается. Это скверно. Стимулятор, батарея, смоляник, карабин. Ладно. Так, тут есть что-нибудь вокруг этого? Ничего. Просто танчик. Так, и чё я тут? Я не понял. Просто болото какое-то или чё? Чё это за говно? Просто нычка? Блин, ну зачем столько радиации? Ё-моё. Так. Так. Где мой любимый коктейль Молотова? Обожаю его, вы знаете. Чё, нет, что ли? Не, а вот один есть, ну ладно, хотя бы один. Хотя бы один. Он явно шевелился. Все? Вроде да. Яйца заберем. Так. Сохранение. А, отлично, не придется сохраняться, сейчас что-нибудь вляпаемся. Грязный костюм нам не нужен, так еще болотники. Ну. Какой еще? О боже, все равно кто-нибудь вылупился. Свали, мелочь. Для тебя у меня пистолетик. Все? Берем? Берем. Да не воду пить, господи. Ну ты что такая тупая, а? Женщина. Так, все вроде. Окей. Я чем-то заболел, замечательно. Блин, правильно, дерьмо все такое, всякое пить. Паразиты, нужно больше еды, это хрень. Еды у нас столько, что можно вообще. О, крышки, блин. Крышки-то я прошляпил. 20 крышек, вы прикиньте. Блин, ну как я мог? Грибы. Блин. Так, ладно. Не буду я обыскивать все, как я сказал. Буду чисто по этим ходить, потому что, ну, это слишком никчемно, короче, это смысл, если, блин. Мы и так вроде всем вылупливаем по полной, так что просто ради интереса хоть узнать, что там. Потому что нычки искать... Я уже 100 раз объяснял, что я нычки с какими-то левыми патронами и грязными пиджаками. Не имеющие значения, они...
так просто. Конечно, можно каждый миллиметр облазить, но, блин, это так долго. Бессмысленно. Что это такое? Рейдер. Прячемся. Да вот и не Насан. Блин, вот видите дом. Ну просто бункер какой-то. Ну и чё вот. Ну дробовик, кастет мы брать не будем. И мне тем более слишком много вещей. И мне, конечно, поливать. У меня есть мяско, рот оленя. Так что мы его захаваем. У меня вообще что-то мясо охренеть. Сколько оно дало мне? 57, нормально. Так. Ну чё вот. Ну и ради такого искать. Хорошо, хоть на карте это все отмечено. Это, наверное, в первый раз интересно. Я тут не был, например, ни разу. Наверняка там как тоже какое-нибудь говно есть. Типа Рад Скорпион или еще какой-нибудь баян. Пойдемте к елке сходим. Че там? Какое-то, короче, это. О, господи, как сказать? Какая-то пещера Яугай или что-то в этом духе. Яугай, короче. Ну как раз давайте, ну вот, единственное, что тут вот такая бояха растет, типа центроцвета, который мне для химии некоторые нужен. Но у меня, по-моему, этого центроцвета, мать твою, так до хрена уже, что... Просто жесть! Ну-ка, это что такое? Нет, к этому мы пока не пойдем. Тут, может, похоже тоже, что там какое-то задание, какая-то ретрансляционная башня стоит. Обычный. Ну. Ой, идея. Ну вот чё, тоже какая-то херня, вот чё. Просто наткнулись, но это совсем баян уже. Какой-то сломанный кусок говна, нафиг не нужны. Какие-то машины военные. Ну вот, ну я думал ящик. Ну, блин. Только вот осколочных мин мне не хватало, блин. Чтобы в них наступила Пайпер или еще что похуже. Ну, тут какое-то типа минное поле. Что-то воевал тут с кем-то или какой-то это был. Пункт. Военная база, что ли, рядом, не пойму, не знаю. Вот это что такое? Тоже стрелки. Ой, не стрелки, рейдер или... Ну да, вообще на стрелков больше похоже. Да, но тут же какая-то пещера Яугая написана. Хотя я вижу вообще какой-то фургон. Странно. Получается, это вообще какая-то другая фигня. Или чё? Чё это такое? Главное, что тут можно сохраниться. М-м-м. Господи, что это за херня-то, не могу понять. Тут отсюда что-то можно кидать, блин. Только я что-то не совсем понимаю, как. Блин, странно. Ну-ка. Как эта штука называлась? Никак не называлась. Надо это... Может, какие-нибудь записки есть, нет? Что это такое, блин? Это странно, реально, как будто что-то запускать отсюда можно. То ли днем сюда прийти. Странное место. Это какие-то снаряды. Блин, надо в интернете, что ли, почитать? Я даже не знаю, как назвать. Фургон рядом с чем-то. Вот это что за вообще фигня? А мы не знаем, что это за фигня, да? Ладно, я потом на карте посмотрю ради интереса в Википедии. Что это такое? Походу, что что-то тут забавное, но я что-то не догоняю. Или где-то надо в другом месте это какое-то задание получать, но сюда что-то приведет. Ну ладно. Не понял, что это такое. Так, а мы сохранились, так что пофиг. Ну вот, видите, эта фигня здесь лежит. Ну-ка, что это такое? Странно. Ну реально, какой-то обстрелочный пункт, причем вот сюда, блин. Так, а где эта пещера-то? Она под нами. Это пещера Яугаев, типа.
Ну-ка, блин, эти ребята опасны. Ну да, тут кто-то есть. Тут кто-то есть. Но они меня не видят. Хорошо. Блин, ну зато они сейчас Пайпер увидят, наверное, нет? Она ж тупая. Ну, конечно. Кто б сомневался, а? Блин, не видно. Вообще его не вижу. Сливается. Сливается, сволочь. Да. Да давай уже ложись. Уже примерно такую же пещеру находили. Причем, по-моему, чуть выше. Вот она была, такая же пещера Яугая. Ну ладно. Тут где-то вот эта мне штука очень нужна. Не помню для чего, правда, но помню, что нужна. Так что ее мы соберем точно. Блин. Нет. Это возьмем. Хорошо, сейчас мясо по два выдает. Вообще замечательно. Ну что, буря что ли началась? Ну только не это. Что, все? Больше ничего не было? Ну, короче, друзья, ничего тут нет больше. Но вот эти штуки, блин, что это за фигня, мне до жути интересно. Ну-ка, в пещере ничего не было. Яугая! Так, ладно. Да нет, вроде никаких записок, ничего. Может, там что-нибудь лежит, пойдемте пройдемся чуть вперед. Чуть-чуть вперед пройдемся. Нет их тут больше. Куда-то они сюда направлены. Вроде ничего нету, только это грузовик. Но эти штуки только до сюда, походу, долетают. В грузовике вроде ничего нет. В воде вроде тоже ничего нет. Господи, извините. Так, чё, ладно, смотрим, чё тут. В принципе, да, мы с вами далеко вниз уже ушли. Карта более подробно, смотрю, становится. Так что не знаю. Вот. Все-таки я склоняюсь, что вот такие места нас могут отправлять, пока их трогать не буду. А вот типа вот этого, вот этого, вот этого, вот этого можно обследовать будет. Я, наверное, так сейчас и поступлю. Мы вот сейчас с вами по этим местам пробежимся. Так что пока я побегу, наверное, к Труде распродамся. А там вам включу уже в Грей Гардене, наверное. Сегодня тоже такая разгрузочная серия. Так, только давайте посмотрим, что с уровня можем сделать. Глянем быстро. Я вообще хочу быстро пробежаться. Вы меня извините, что мне надо, что нет. Кулак не нужен. Высшая лига, это что? Ближнего боя не надо. Так, оружейник, понятно. По ближнему бою не надо. Большие пушки не надо. Твердая рука, бейте. Повышение от бедра. Выйдите, так, это удары прикладом. Ближним, так, это... Плюс 25 в ближнем бою без оружия. Плюс 25, пока вы неподвижны. Тоже какой-то бред. Локомотив. Силовой броне вы можете наносить урон, разбегаясь. Вообще, тоже не про меня, а явно. Так, карманник. Вообще не понимаю, кому нужны эти карманные кражи. Ни разу не пробовал даже. Наблюдательность, УАЦ. Тоже фигня какая-то. Так, эксперт-подрывник. Чем больше, так... На 25 урон, на 50, на 75. И чё ещё? Вижу траекторию броска, накрывает большую площадь, взрывчатка наносит удвоенный урон, мины, гранаты, взорванные ватс также наносит двое больше урон. Ну, хорошая вещь, но... Так, плюс 2 к интеллекту, плюс 3 к интеллекту, плюс 30 здоровья, но это все вечером, не знаю, так отражает, похоже, так сопротивляется энергии, нафиг не надо. Снайпер, вы можете дольше задерживать дыхание, шанс сбить врага с ног, повышение вероятности попадания в ад, ну неплохо, но тоже. Сквозные выстрелы, вот при использовании ватса вы можете стрелять по частям тела за скрытым за преградой, вот это прикольная фигня, конечно. Но тоже не сильно, так, плюс 10 попадания в ад за каждую повторную, вот это прикольно, плюс до 15, плюс 20, то есть если несколько раз будем попадать в одну и ту же часть, будет увеличиться урон. Ну, два раза в руку, наверное, во второй раз будет на 15 там, процентов больше, да? На 10, потом на 15, потом на 20, на 20. Понятно, ну, давайте быстро пробежимся по всем. Выносливость, так, стойкость, вот это я хочу прокачать. Стойкость, сопротивление к урону мне очень надо. Свинцовое брюхо не надо, фонтан жизни тоже не особо. Получить зависимость,
зависимость от химикатов, аквадевочка, вы можете дышать под водой, вообще бессмысленно. Радиация не смертельная, ваши кости пропитаны урон конечностям, тоже говно. Или не пожирать человечину мы не будем, гулям мы тоже вряд ли станем. Плюс 2 к силе с 6 до 6, вот это прикольное, но, блин, нет смысла, как вы понимаете, качать. Так, ладно. Харизма, крышки, нафиг. Мужчины подаются легче убеждениям, не надо, одинокий странник, вот я насчет него думаю. 15% урон, максимальный вес 50, 30%. Так, это что? Меньше урона, на 30% меньше урона, на 100. На 25 больше урона без спутника и 25 очков действия. Вот это хорошая вещь, собака, не буду. Так, животное убегает, нет. Местный лидер нужен, тусовщица, алкоголь не вызывает зависимость, прирожденный лидер. Дополнительный урон бою, ваши спутники так. Неуязвимый к атаке, не может нести больше вещей. Ну, блин, ради вещей качать. А, апокалипс. Так, запугивание тоже нафиг не надо. Так, смотрим здесь. Это вообще говно какое-то направление, куда идти надо. Так, медик не нужен. Фанатик оружия, понятно. Хакер не нужен. Драчун не нужен. Наука. Высокотехнологичные модификации, но это для силовой брони в основном, но некоторое оружие надо, в основном энергетическом, но мы им не пользуемся. Робототехника, вот физик-ядерщик, это что, урон традиционного оружия. И увеличение ядерных блоков, тоже прикольная вещь. Вещество ботаника, я даже не разбираться не буду, что за говно. Так, пистолеты, автоматы, лазутчик, понятно. Это прокачали, живчик нельзя, выставляется ОД быстрее, тоже не надо. 25 при ускорении, тоже не надо. Ниндзя, понятно, прокачаем ловкость рук. Ускорение перезарядки, при перезарядке у вас не тратится ОД, получает 10 минут, тоже говно. А, дистанция в ближнем бою, это для ближнего боя лучше Ганта. Да, вот блиц, Ганта, Кана, это все для ближнего больше. Вы там с мечом. Понятно, вот я удачу думал качнуть тоже. Так, кладоискатель не нужен, халявщик, патроны не нужны. Вот кровавая баня, но я не так ненавижу, когда разлетается. Но увеличение урона на 5, на 10, на 15, на 2. А, но если взрывается цель, то рядом с ней взрывается. Понятно, незнакомец будет появляться, появляется чаще. Появляется чаще, убивает противника. А, как он убивает, крит восстанавливается. Когда он убивает, с высокой вероятностью может заполниться. Ну так, савант нам точно не нужен. Критический урон вот. От критических атак на 50%. Вот это неплохая фигня. Банк. Ну это несколько критических атак. Можно хранить смерть на взлете. Уничтожение врага. На все ОД восстанавливает. Тоже нафиг. Думаете, вероятно, мгновенно заполнить индикатор критической атаки. И рикошет. Получается, погибнет от собственного выстрела. Так, это противник погибнет от собственного выстрела. Более, еще более высокий шанс. Умирает от рикошета. Че, третий умирает от рикошета. Ваш индикатор может заполнить. Ну, короче, получается, я бы вот это взял. Мгновенное заполнение критической атаки, наверное. Или что я хотел взять-то, господи, я что забыл. А вот от критических атак на 50%. Ну, иногда полезно. И вот сохранять критические атаки тоже полезно. И, блин, вот это полезно. Но это надо 9 уровней качать, да? Раз, два, так, подожди, первый, ну да. Ну хотя бы вот это вот докачать. Ладно, подумаем насчет этого. Пока у меня в приоритете. Мне по идее местный лидер нужен. Что мы сейчас можем прокачать? Давайте подумаем. Извините, что так долго, но хотелось посмотреть. Карабины можем прокачать. Так, ну, наверное, да. Тогда вопрос пока отпал. Пока что карабины прокачаем. Сколько наш? 82. Ладно, давайте прокачаем карабины. На 80. Последний уровень когда? 46. Ну, карабины, короче, мы прокачали.
Практически полностью. 92, окей. Все, друзья, увидимся в Грейгардене. Ладно, погнали, друзья. Первое место. Тут, кстати, что-то вот, помню, было. Где же было? Уже не помню. Здесь, наверное, и было, может, нет? Вот здесь я помню, что-то было. Я все хотел взять, но все никак не брал. Надо посмотреть. Что-то прям какой-то ящичек лежал вот там вот. Да-да-да, я помню. Давайте глянем быстро. Очень охота мне вот этот вот, что тут? Говно. Ну, это возьмем, конечно. Все вроде. Ну, ладно. Пойдемте туда сходим, посмотрим, что там, если это вообще внизу. Ну, короче, какой-то Грейгардский дом, я так и не понял. Глянем. Что это за баян такой? Давай. Господи, хорошо, что тут горы не как в Скайриме уперся, и хрен знает, как идти дальше. А вон какая-то сломанная хрень. Какая-то сломанная фигня. Сейчас узнаем. Надеюсь, тут нет никаких прям опасных товарищей. Тут даже пару домов. Ну мы ч. А, я что-то тогда отказался сюда подходить. Керамик уберем. Чё? Ферма Грейгарденов. Тут даже отдельная локация немного. Смотрите, давайте узнаем. Телефон, так, ну это хлам, понятно. Я сейчас все равно в Грейгарда не скину потом. Ментаты. Машинка. Так, какой-то подвал вроде как, что ли. Так, это я все возьму. Все возьму, не хватает мне ресурсов вообще нифига, блин. Черт знает, блин. Ой, ладно, потом выкину. Так, что это такое? А, миска. Миску возьмем, вот лампа, медь мне нужна, клей не особо, но все равно лишним не будет. Так, журналов никаких нет, тут что? Нет, нет доступа, странно. Какой-то странный дом, я вам скажу. Тогда все возьму, не буду разбираться особо. Так, журнальчиков вроде нет. Это уже выход на улицу, на балкон или что, я хрен знает. Так. Значит, вниз надо идти. Посмотрим, внизу есть что-нибудь. Сложный замок. Открываем. Гули поди какие-нибудь будут. Хотя кто-то еще. Ну, либо тараканы, либо гули. Больше у меня вариантов нету, кто это может быть. Че, хотите сказать никого? Сейф. Рудника его нет. Ну ладно, давайте начнем сначала, тогда посмотрим, чтобы все не пропустить. Сушилка, стиралка, холодильник не открывается. Готовый завтрак, макароны, ведро, мыла нету, нету. Так. Ладно, здесь что, ящик, изолента, кисть, окей. Ну такой просто, оказывается, домик. С лутом. Да блин, что-то мышка хреново ездит. Угу. Окей. Ну, неплохо, я бы сказал. Вообще неплохо прям. Еще и бесшумный, но, правда, нам не подходит. Он автоматический, походу. Так. Сигареты зачем взял, не знаю. Выстиранное какое? Кремовое. Кремового у меня еще не было. Надо оставить. Так. Тошка, поднос, папка. Не журнал. Журналов вроде я не вижу. Кола, карандаш. Блин, поднос-то чего не берешь? Так. Яд, кислота. Так, это все возьму. Так, что? Горелка. Ой, да не надо мне сюда. Я думал, там мензурку можно скоммуниздить. Ну давай, 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 вылази, пожалуйста. Давай, 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 молодец. Так. Вот, всякие туги Теслы, всякие фигни. Вот и мензурки. Мензурки ко мне, ящик. Короче, ничего такого. Обычный дом.
Напротив Грейгарда надо достало. Что надо было? Просто посередине держать, что ли? Нет. Так. Got it. Берем шпилька. Так, все. Вроде все. Ничего я не вижу тут. Дверь теперь мы можем открыть. А, это какая другая дверь, я ошибся. Я ошибся, другая дверь. Журналов я тут не вижу вроде. Хотя странно. Ну хотя, черт, почему странно? Почему бы и нет? Вроде все, ладно. Выйдем через балкон, посмотрим, вдруг там что-то есть, или там что, не балкон, не знаю. Но это явно выход на улицу, так. Сейчас узнаем. Ой. Сейчас узнаем. Так, что тут? Просто выход к поломанной части дома. Второго этажа. Марабаку. Вроде ничего я тут не вижу. Так, ладно, что за соседнее здание, посмотрим сейчас. Соседнее здание, ладно, берем. Это грех не взять, что раз на халяву перед носом все лежит. Так, радио не надо активировать. Кирпич не берет, бутылка. Все вроде. Тут что? Ну, вроде ничего больше нету. Ладно. Окей. Так, что там дальше? Пуловский парк. Пуловский как-то грозно звучит. Самолет. Так, ладно, пойдем в Грейгарда, на все скинем, сохранимся. Может и дойдем до Пуловски. Что-то знакомое. А, это эти Пуловски, которые типа защищают, а не это? От ядерного взрыва? Нет, не эти Пуловски случайно. Мне интересно. Хрен знает, может и это. Как-то не особо я понял. Так, ладно, пойдемте. Ну, пойдемте посмотрим, что там, пофиг. Или до самолета сходить, что ли? Давайте до самолета сходим. Посмотрим, что за самолет. Такое ощущение, что Пуловский затянется. Может затянуться, грозится. Сейчас узнаем. Вроде ничего такого я не вижу. Давай отсюда выйдем. Тогда что вообще мы тут были в этой степи? Нет, тут мы не. Ну как мы проходить? Мы вроде здесь же до Финча проходили, не? Ну да, что-то примерно. Нет, не здесь мы. Выше до Финча проходили, вот здесь вот. Значит, нет, здесь мы вообще не были. Давайте посмотрим, что за самолет. Где он вообще? Походу он наверху, да? Я правильно понимаю? Понятно, забудьте, не посмотрим мы никакой самолет. Давайте сюда сходим тогда. Ладно, не посмотрим, что-то я просто не пойму. Как забраться-то туда? Может оттуда? Может оттуда? Короче, влом мне разбираться потом. Все потом, неохота сейчас. Я думал, просто самолет на земле лежит. Нет. Не лежит. Вообще не лежит. Так, что тут у нас? Ну да, какая-то армия пулотов. Так, тут что-то какой-то подъем, что ли? Нет? Ничего нет. Никаких заходов. Вроде нет. Так, какой-то автобус вижу. И вот эти радиостанционные. Ой, радиационные, господи. Хрени. Опять платье какое-нибудь. Шпилька и грязный коричневый костюм. Ну это хрень совсем. Отойди, отойди. Просто Пуловский парк. Повседневная одежда. Hello.
Ничего нет. Ничего. Ну да, смотрю, ребята спаслись прям, да? Заткнись, а. Короче, ничего тут нет, кроме грязной воды. Понятно, друзья, ладно. Так, тогда пока пауза, буду думать, что делать дальше. А, ну вот еще какой-то ящик, типа, лежит рядом. Заберем чисто мины. Может, еще что-то лежит, но это настолько незначительно, ладно. Гули нарисовались, друзья. Как неожиданно. Как неожиданно. Че вам надо, а? Да можешь не уворачиваться. От меня теперь нынче вряд ли увернешься уже все. Что-то должно произойти такое, чтобы от меня увернуться теперь. Сверх нормы. Вот скоты, а. Каждый раз кто-то. То, блин. Я видел тут Яогая. То рейдеров. То теперь гули, блин. Ладно, возьму. Все равно я сейчас Diamond City забегу. Все продам. Так. Все продам, что надо. Ничего не надо. Так, ладно, друзья, пауза. Так, друзья, восполняя упущение, которое мы с вами прожмакали, это вот этот дом, где мы с вами с гулями-то сражались за это. Папоротник, когда собирали вот этот дом, мы с вами забыли посетить. Давайте посмотрим, что это такое. Какое-то типа вагона. Торговец, прикиньте. Кто вот знал, что тут торговец? Вообще первый раз вижу. Вообще замечательно. Привет. Приветствую, поторгуем. Показывай. Такое ощущение, что я уже видел. Да, торговец, конечно. Всем торговцам торгует. Цена 12. Цена 15. Все, вот и поторговали, собственно говоря. У него ни хрена и нет. Понятно. Какой-то не торговец, а лошара педальная. Вот невозвращенная книга единственная. Что у него тут такого есть прям. Ладно, понятно, идем дальше. Ну и второе, друзья, на водочистной станции мы забыли с вами осмотреть крышу. Так что давайте осмотрим, что упускать. Ради интереса хотя бы. Вдруг кто-то будет возмущаться, если зрители, что я такой... Не посмотрел крышу водоочистной станции, чтобы убедиться, что тут ни хрена, скорее всего, нету такого. Посмотрим, что тут есть. Есть ли тут что-нибудь или нет тут ничего. Но тут, походу, ничего нет, да? Тут ничего нет, а там какой-то, пункт какой-то наблюдения или чего был. Давайте глянем. Что мы тут с вами пропустили? Ничего такого, так. Грязь только. Всякая грязь. Серебряные часы, хлам. Хлам, хлам. Ну вот, сейф, ладно. Сложный причем, хорошо. Давайте. Откроем сложный сейф. Sweet. Крышка керамина, антирадин, стимулятор. Ну, пара броник. Неплохой автомат по тем временам. Терминал прилегающих территорий, окей. Ну, понятно, это, короче, наверное, можно было этот... Открыть сейф, что ли. Скорее всего. Понятно, ничего тут такого нет. Ладно, пауза. Неожиданно на меня напали. Ну, в смысле, на мое поселение. Какой-то идиот решил напасть. Блин. Посмотрим. Господи, где мне гранаты-то, а? Кончились, что ли? А, вот они. Мутанты эти. Вообще борзели. Давайте, поселенцы. Внутри, надеюсь, никто не появился. Все, что ли? Блин, офигеть не встать, а. А, продадим сейчас. Продадим.
Вот засранцы, а. Так, ладно, друзья, чё, в этой серии пока мне нечего вам больше предложить, потому что сейчас что-то начнем это надолго. Так что я пока не знаю, чем мы будем заниматься, пока я побежал. Ладно, давайте со мной пробежитесь до Diamond City, посмотрим, есть ли еще 50-е патроны у кого-нибудь, потому что у Труди я смотрел, нету. Так что если у нас с вами такое обстоятельство сложится, что ни хрена патронов не будет, то придется это... Переключиться пока на 308, потому что в 50-х осталось 24 патрона, это сами понимаете, вообще не то, что несерьезно, это смешно просто. У меня там бывает по 2-3 патрона на одно тело уходит, чё. И то я не с первого раза попадаю в ад, а так и вообще тоже бывает промахиваюсь, поэтому как-то придется повременить немного. Ну там вроде урон-то не должен сильно различаться. Вроде как. А в следующий, сейчас мы еще с вами посмотрим, что по заданиям. Надо вылечиться, во-первых, еще, потому что радиация это достало. Антиродин пьешь сразу ослабление иммунитета и сразу заболеваешь, поэтому антиродин благодаря выживанию стал абсолютно бесполезен. Если стимулятор просто пить охоту, то антиродин это риск заболеть, это еще хуже, чем вылечиться от радиации, потому что антибиотиков все равно количество относительно ограничено, я их каждый раз не покупаю. Вот у меня опять 5 штук осталось. Это при том, что вы не видели, но я ими уже раза 3 пользовался, потому что то одно, то другое, блин, то просто с неба заболеваешь. Вот такая вот неприятность. Так, так что сначала сейчас к доктору забежим. Да, давай, бро. Так, ну чё? Облучение. 40 крышек не критично, как говорится. Не критично. Ну давай еще 15. 55 крышек это вообще не деньги. Да это так и будет ходить меня. Она достала, я ей уже ответил. Че ей от меня надо? Нет, все. Давай. Все, ушла курица, блин, она меня достала, реально. Так, давайте к Родригу. Да, Родригес, давай, мексиканец ты наш. Давай, все, тебе продадим, а то надоело разбирать, надо хоть денег поднять немного. Блин, продам я этот пул, извините, нафиг он мне нужен вообще. Не понимаю. Не хочу, так, бойцовская броня, ну это все, я продам, короче, продам вообще все. Чё нафиг нам не надо? Тут нет никаких антибиотиков кривых, вроде нету. Так, бурбон и вино нам точно не надо, так арбуз, тошку мы тоже продадим, ее и так дофига. Так, через патронов можем продать, 38 продадим, так. 35 штук у него, 50-х, 30, короче, я покупаю их. Пофиг, что переплатим, но, блин. Даже так, 59 патронов несерьезно, так что я пока что это... Переставлю ресивер, друзья, на 308. Давайте. 99, 115. Я одно не пойму. Мы что-то пили? Почему у меня урон меньше стал? У меня урон был 120. Я разве что-то пил или что? Или у меня дебаф какой-то? Нет вроде ничего. Хм. Странно, был урон 120, может я колесо какое-то до этого пил и не заметил. Вот так урон 99, а так 115. Ну ладно, пусть соточка будет. Так 88, пистолеты вообще не в тему. Так, давайте еще этой спросим. Где она тут, вечно ноющая баба? Ничего, запутался я. А, вот она же, господи. Давай, посмотрим. Блин, вот это вообще подстава бывает, я уже так раз выстрелил. В Артура выстрелил, прикиньте, он такой отряхнулся, пистолет достал, отряхнулся, говорит, так, больше так не делай, короче. Прикиньте, такой я, ну ладно. Видимо, под это, подделали они немного, чтобы Артур сразу, а то на меня обычно агрелась, короче, вся полиция, все тут, если в кого-то попадаешь, а сейчас, видимо, эти, беседка немного подкорректировала. Интеллект, почему на харизмы нет ни одних очков, я разочарован. Скверная юбка, это вообще юбка, блин, странная, это вообще целая. Ладно, давайте посмотрим, что есть по заданиям.
Так, ну ядер кола, конечно, нет, потому что это... Даже слушать пока радиостанцию не буду. Хотя послушать, кстати, можно. Давайте послушаем. Где она? Ничего, перевели, нет хоть? Или хрен? Ой, заткнись. Ну, короче, понятно. Ничего не перевели, скоты. Ну чё там, что-то про посетите Nuka Express, придите, помогите там что-то, повеселитесь, всё в этом духе. Понятно. Понятно, дали на место, где ядер кола. Так, а давайте варенье частука ворована, тоже прослушаем. Чё не перевели, кто мне расскажет. Короче, караван типа был атакован роботами и все такое. Короче, друзья, я чё вспомнил? Так и чё? Так, понятно, найти караван. Так, тут какая-то баба, кстати, была, хотела со мной поговорить, и я забыл про нее, сейчас вспомнил. Вот здесь она сидела. А сейчас я и чат не вижу, друзья, вообще. Ну, давайте посмотрим. Нет, нет. Чё за баба была, интересно? Может, найдем ее? Ну, ради интереса, давайте пробежимся. Не видел бабу? Че, поглазеть захотелось. Может, наверху? Какая-то, типа, она сказала, можно на минутку, а я такой свалил, типа, ну, типа, чтобы это... Показать вам потом, мне просто не до этого было. Куда она делась, черт знает. Так... Привет. Привет, ты кто вообще такой? Если планируется упиться алкоголем до смерти, то это то самое место. Ты кто? Привет. А, вот эта шваль тогда на меня наехала. Привет, Кодман. Снова ты? А ты чё хрен? Ой, слушайте. Я могу как-нибудь это исправить? Ты хочешь назначить цену за смерть моего сына? Я бы хотел, чтобы тебя убили, но я дам тебе шанс 2000 крышек, и я тебя пощажу. А если я не заплачу? Ты уже знаешь ответ. У меня хватит денег, чтобы подсылать тебя убить до тех пор, пока одному из них не повезет. Ну, друзья, что я могу сказать? Придется разобраться с Латимером, он меня раздражает. Есть еще один способ избавиться от него, как я понимаю. Тогда он не сможет нанимать на меня убийц, да? Ну-ка, это что-нибудь скажет? Я же говорил, я понятия не имею, где он. Я всех расспрашиваю, понимаешь? Беспокоюсь о нем, вот и все. Понятно. Понятно. Давайте попробуем разделаться с Латимером. Узнаем заодно, возможно это вообще или нет. Понятно. Ну все, он нарвался, сука. Видимо, такая это будет битва. Ничего с ним не поделать. Придется с ним разделаться. Видите, что творит скотина? Причем, блин, это вообще какие-то гангстеры гули. Один готов. Еще должен быть, да?
Не вижу их сзади. Сбоку, сзади. Нет, вот он. Отстань, баран. Твали. Я могу вас убивать сколько угодно. Все? Ну, всего двое. Какой-то Латимер ты унылый. Понятно. По-хорошему, видимо, не получится. Ну, точно, гуляки прям. Над, нифига там прыгнула, видели? Ладно, ладно. Походу, придется это. Разобраться с этими дятлами. Сейчас продадим все. И попробуем. Давай, давай, давай. Let's see what you got. Don't forget to... Потому что у нас есть ключ от Латимера, так что можно туда проникнуть без проблем. Попробуем. Так, все? Что это такое было? А? Ну, окей. Ладно, пойдемте сохранимся в... Блин, где тут эта скамья запасных или как она там? Фу, блин, запутался. Где она? Валентайн, я куда-то не в ту прорезь залез. Господи, торопился. Торопился. Сохранимся. Тут этой бабы случайно нет? Давай. Давай, Ефимыч. Спим до ночи, пофиг. Сейчас выспимся. Посмотрим, что можно сделать с этим лысым пнем. Еще ему 2 косаря не платила, конечно, 100 раз. Энь та баба, которая на бабки подгоняется. Так, куда я уже, блин, хватит. Ферма Финча помочь защитить. Конечно, это очень своевременно, блин. А, боже, Финча, иди в жопу. А ты меня и так одолел уже. Все, давай, работай. Господи, вот выйдет кто-нибудь, дверь потом не работает. Наконец-то. Ферма Финча. А, Финча. Ну ладно, в следующей серии защитим Финча. Если успеем, конечно. Сейчас один раз попробуем этого черта грохнуть. По-бырому. Посмотрим за агрит. Не, уважай, я тоже люблю оружие. Ты не думаешь, что немного перестаралась? Нет, не думаю. Это? Нет, это дом Кодмана. Значит, у этого наверху я видел. Давай, 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 давай. Ну-ка, там у Кука, по-моему, вот этот. Ага. Окей, заходим тихо. Все? Давайте узнаем. Пайпер это взбесило? Пайпер, ты охренела? Тишь да гладь, никто на нас не кинется. Ну ладно, собственно говоря, вот и все, друзья. Вот и все, друзья. Проблема решена. Посмотрим, что у него в доме есть. Глянем. Да выйди, господи. Бурбон. Блин, Пайпер воровство не любит, так что не буду ничего делать. Ладно, не буду. Или надо от Пайпер, короче. Ладно, друзья, вы видели, что в комнате? Давайте. Я тогда Пайпер отправлю домой, отсюда все вынесу, чтобы не проходить заново. Так что всем спасибо за просмотр. Надеюсь, серия вам понравилась, хотя она была такая
Чисто по местам походили, да с федеральным продовольственным складом разобрались. Но все равно, надеюсь, вам нравится. Так что спасибо за просмотр. Всем хорошего настроения и до свидания.